Воспитанники детской музыкальной школы номер 3 имени Лаврентьева успешно заявили о себе на международной олимпиаде по слушанию музыки. Сразу 5 муромских ребят стали лауреатами первой степени. В рамках конкурса детям предстояло рассказать о мире музыки. Школьники сочинили новогоднюю сказку и написали для нее музыкальное оформление. Филат Лалыкин – один из победителей конкурса. Главный герой его сказки – мальчик Никита. Он живет в стране музыки и учится в музыкальной школе. Когда ему надоело учиться в музыкальной школе, он, когда гулял с ребятами, провалился в сугроб и оказался в волшебной стране, где спас ее и братьев Ноток, чтобы они не поссорились. Помогала лауреатам в сочинении сказок и подборе музыкального материала их педагог Алина Лаврентьева. Она отметила, в конкурсе у ребят был простор для фантазии. Проявить они себя смогли сразу в нескольких ролях. Они были и сценаристами, и актерами, и, конечно же, музыкантами. В этом задании мы всегда опираемся именно, что они сыграют. И вот такое слияние актерского мастерства и показ своего инструмента, и, наверное, дает им лишние баллы, и все эти первые лауреаты первых мест не случайные, потому что очень много своего собственного труда они вложили в эти работы. Гордятся в Муромской музыкальной школе и своими старшими воспитанниками. Они принимали участие в олимпиаде Рахманинов «От сердца к сердцу». Из 4 муромлян 3 стали лауреатами первой степени и 1 – 2.